Привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить System Shock 2. Так, и на данный момент у нас самая главная задача — это уничтожить яйца, красные яйца. Но мы один поворот пропустили, и нам надо будет сейчас в него и заглянуть. Так, а поворот у нас вот здесь. Назад еще мы вернемся. Патроны. Много патронов. Хорошо. Давайте повторим. Опасный контур. Это случилось из-за перегрузки в контуре ускорения мизона. Есть еще один контур в отсеке 2, через который ты должен пройти, чтобы добраться до мостика Рикенбакера. Если ты приблизишься к тому контуру, то же самое случится и там, но у меня есть идея, как избежать этого. Направляйся к гондоле в двигателе... гондоле Б двигателя. Там я передам тебе мое задание. Хорошо. Так, и у нас есть пару логов. Послушаем. Через пару часов это было как после пьянки. Долгие периоды, которые невозможно вспомнить. Сначала мы были в этом кратере, затем мы погружаемся в шаттл с яйцами. Я помню, что слышал, как этот идиот Каренчкин вызвал фон Браун и приказал им очистить всю гидропонную палубу. Диего это показалось странным, и он сказал: «Анатолий, ты свихнулся?» А Каренчкин улыбнулся и ответил ему: «Ох, капитан, мы не Анатолий». Мы не Анатолий. Чтобы запустить в обратную сторону гравитронный генератор, мне нужно попасть в гондолу Б. Чтобы попасть в гондолу, мне нужна моя чертова карта доступа. Но я оставил ее на противоположной стороне пролома в корпусе. Минуточку. Если я могу удлинить вспомогательные стойки поддержки, я смогу. Конечно, если они сохранились при взрыве. Кто, стойки сохранились? Это некоторые диалоги немного непонятны. Переводчики так постарались, либо это было изначально. Так, а нам надо туда. Так, а мы туда сможем как-нибудь допрыгнуть? Вроде к этой пушке мы никак не попадем. Нужно телекинез иметь при этом. Так, нам вот сюда. Шприц нам не нужен, мы им не пользуемся. А вот на нитики пригодятся. Давай, друг. Ты дебил. Ой. Лучше давайте сохранимся, иначе могу разбиться. Давай. Есть. А вот еще одно яйцо. Эть. По какой-то причине они не могли контролировать мой разум. Осталось 10 яиц. Двигайся быстрее. Двигайся быстрее. Двигаемся как можем. Осталось 10 так. Яиц. По какой-то причине они не могли контролировать мой разум. Так, как они это делали с остальными. Поэтому, когда я обнаружил остатки диска данных около обратной стороны кратера на Тау-Кита, я не сказал ни слова. Я только сунул его себе в пояс и подумал: доктор Полита придумает, что с этим делать. Так, давайте хакнем. Система безопасности отключена. И я слышу паучков. И где-то ходит робот-нянька.
Так, под 2, но я думаю, нам пока туда не надо. И туда я тоже не хочу. Так, наниты. Я слышу пауков. Здравствуйте. Дядя монстр. Так, и с тобой мы разобрались. Какие мы молодцы. Так. Кстати, мы могли бы на него патроны не тратить. У нас пока время идет. Время идет. Вот эти турели тоже нас будут атаковать. Взломано устройство P-694. Взломано так. Устройство P-041. А лучше, если что, защищайте меня. Я только совсем недавно вспомнил, что мы можем взламывать турели, и турели будут поступать на наш. Что такое? Так, не-не-не-не-не. Что такое сила, думал я. В чем была причина моей радости? Насколько пустой может быть жизнь, когда я объединяю мое тело с биомассой, я начинаю чувствовать безграничный восторг. Тело с биомассой, безграничный восторг. Страшно? Черт побери. Так, возвращаемся обратно. Здесь у нас ничего интересного вроде бы нет. Здравствуй, друг. Тихо, не прыгай. Так, тебя мы замочили. Там слышу няньку, и давайте перестрахуемся. Система безопасности включена. Я рад, что система безопасности включена. Надо бы тебя еще раз вырубить. А где мы ее вырубали? Мы ее вырубали вот здесь. Я думаю, до нас мошки не доберутся. Нет, вроде бы до нас они не добираются. Система безопасности отключена. И бежим, бежим. Слушай, еще одну няньку, которая застряла у нас благополучно. И подарила нам энергомоторик. Это тоже, кстати. Так, червержье не надо, не хочу. Так, давай хапнем тебя. Турелька. Взломано устройство K-477. О, камеру мы тоже хакать будем. Кстати. Взломано устройство A-001. Так, бронебойные патроны, патроны. Отлично. Сохраняемся. Так, давайте эту броню выкинем. Устройство Френча Эйнштейна. Оно модифицирует оружие, мы можем без него справиться. Мозговая структура пси. Тоже мы уже взломали. Но остальное нам пока надо. Так, так. Гранатомет, пистолет. Ну, вроде бы все. И места у нас еще много. Так, яйцо, яйцо. Мы разобрались. Здесь дальше мы никуда. Благо, что стекло не разбивается. Иначе мы сейчас бы улетели в далекий космос. Так. Слышу киборг-ниндзя. Так, ты теперь тоже будешь нам служить. Взломано устройство. K-477. K-477. Интересно, название как-то генерируется? Или они будут повторяться?
мы чуть не умерли. И регенерационная камера. Отлично. Теперь на этом этаже мы не можем не бояться Система смерти. Система безопасности включена. Так, подлечились немножко. Так, еще в ту сторону нам надо. Но сначала разберемся с этим яйцом. Я уже со счета сбился, не помню, сколько нам уничтожить вражеских яиц еще надо. Но не важно. Открывайте, пожалуйста. Пожалуйста. Есть. Так, тебя мы заберем. Тебя мы использовать пока не можем. Для использования нужен навык тяжелая 6. Прокачаем без проблем. Только бы теперь станции найти прокачки. А что ты База данных репликатора обновлена. Так, аптечка, призма, призма. Неплохо. А, как она очнулась? Когда она успела очнуться? Хорошо. Бронебойные. Так. Жаль. Я бы уже сохранил бы эту пушку. Опять же, можно было от какого-нибудь толстого монстра сюда смотаться, и нас бы защитили. Требуется доступ Рикенбакера. Хорошо. Perhaps we judged you too hastily. We feel there is room for us to coexist. After all, we are both children of flesh. Why not join with us against the machine mother? Почему мы не присоединимся к ним, а все еще подчиняемся матери-машине? Мы все из одной плоти. А, страшно. Страшно, страшно. Давайте одну аптечку используем. Она нам подлечит полностью жизнь. И к поду 2. Отлично. Не зря подлечились. Да что ж такое-то? Все норовит меня убить. Система безопасности отключена. Все, у нас есть 140 минут. На то, чтобы... А вот это нам не продлит, кстати? Система безопасности 700. Отключена. Давай, заползай, мой друг. Взломано устройство 616. Взломано устройство P012. Да я забыла, что они начинают атаковать друг друга. Так, так, у нас 600 секунд. О! Восстанавливающая площадка. Давай-ка мы тебя включим. Лечи нас. Так, у нас... непрочитанный лог есть? Черви повсюду, и капитан Диего тот, кто впустил их. И никто не знает, кому теперь верить. Никто даже не уверен, кто все еще остался человеком. Я взорвал лестницы доступа в торпедный отсек, чтобы закрыть доступ к шлюпке 2. Будем надеяться, что это их удержит. Пока мы живы и получаем зарплату от военно-морского флота, эти ублюдки не получат Рикенбакер. Молодец. Симпсон, Милон, Чандара, Перес мертвы. По крайней мере, о них это можно сказать с уверенностью. Эти ублюдки саботировали контур ускорения мезонов.
Они взорвали всю сердцевину корабля, 6 нижних палуб. Я могу сказать, что кто-то настроил резонатор частоты, чтобы он реагировал на перемещение объектов размером человека. Перезагрузка от всех тел движущихся людей взорвала резонатор. Мы установили магнитный экран, и корабль все еще функционирует. Еле-еле. Я изолировал вход в шлюпку 2. Второстепенная катушка находится там, и я не знаю, насколько старательным был сукин сын, который все это сделал. Это были червячки, мой друг. Червячки. Так, и здесь я слышу, что где-то ходит робот у нас. Так что давайте сохранимся. Так, кто у нас осколочный, сенсорный, зажигательный Эмми. Так, и с тобой мы расправились. Отлично. Так, ты готов? Ты тоже у нас готов. База данных репликатора обновлена. План техэксперт и шприц. Ну, в принципе, нам пока из этого ничего не надо. Ты застряли? Слышу яйцо. Так, я надеюсь, это кусочек робота. Прошуршал у нас под ногами. Ёшкин кот. Не-не-не-не-не-не. Отстань от нас, пожалуйста. Фух. А для тебя у нас простые патроны закончились. Увы и ах. Взломано устройство X-265. Взломано так, ты устройство P-012. P-012. Так, нам надо как-то попасть туда, там? Ага. Так, тебя в это положение, а тебя опустим вниз. Вперед. Ну, мой друг, давай, вылази, пожалуйста. Там, кстати, киборги. А, стоп, мы еще эту комнату не обследовали полностью до конца. Надо бы, Здесь были лесенки наверх. У тебя ничего нету. Так, червяки. Нет, с вами я разбираться не хочу. Никак. Ну все, здесь ничего интересного нету. Червяки пусть там без нас развлекаются, а мы продолжим нашу миссию. Так. Давай, мой друг. И как это так, мы не допрыгнули? Ну давайте еще по уровню поднимем. Ну а теперь мы не сможем забраться на вот эту. Да хотя, наверное, сможем. У нас главный герой якобы подтягивается на них.
Ты хорошо поработал, насекомое. Я передала несколько кибернетических модулей. Выбирай свое усовершенствование мудро. Выберем мудро, не беспокойся. Так, а у нас закончились шприцы. В первом же киоске докупим, если попадутся. У нас 300 секунд еще. В принципе, вроде бы на любую охрану нам должно хватить. Давай тебя хотим. Сломано устройство Y-294. Так, они перестреляли друг друга, это тоже хорошо. Ох, какой клад хороший. Так, эта субстанция обтянула весь Рикенбакер, как я понимаю. Так, энергия чека. Давай как бы у тебя от греха подальше. Подстрелим. Секунды. Вроде бы нам пока хватает. Да, вот этот момент я помню. Health low. Хорошо, без проблем. Так. Запускаем ракеты. Может, они кого по дороге убьют. Главный мозг нашего множества замочит. Так, а нам пока сюда по два. Слышу камеру. Слышу тебя. А мы тебя взломать не можем. Что печально. Ладно. Поднимаемся. Замечательно. А может, на тебе зажигательный попробовать? Сенсорный зажигательный. Так, а чтоб себя не пострелить, давайте сохранимся. И попробуем сенсорное. Давайте вот так. Да, мало они отнимают. А вот это уже намного лучше. Но мы косы, как всегда. Осколочно. Ну ладно. По крайней мере, мы проверили, как действует наша граната. Сломано устройство. Сломано устройство L092. Как говорится, не ссорьтесь, друзья. И у нас прокачка. У нас здесь прокачка. Должна наблюдать за каждым нашим шагом. Так, и техобслужим, модификация, ремонт. Нам нужно оружие. Сколько у нас? 95. Где-то мы что-то пропустили. Что ты? Где-то стоять, не падай, пожалуйста, мой друг.
Да, нам надо что-то сделать с гравитацией. И поворот с этим как раз мы и пропустили. Так. А тут что у нас внизу? Есть что-нибудь интересное? Нету. Давай, наш друг. Ты умеешь... Точнее, ты имеешь скилл скалолазания. Так, отсюда мы пришли. Вот он, поворот. Система безопасности включена. Так, я безумно рад, что система безопасности у нас врубилась, но нам надо как-то разобраться с гравитацией. Так, и червячки на нас агрятся. Так, здесь у нас ничего интересного нету. А так мы куда? Под 2. А, ну как раз наверх и попадем. Под 2. Ресист, сопротивляйся здесь. А, ну мы отсюда пришли. Здесь у нас просто была запрятана... Ну что-то запрятано было. Так. Что-то мы пропустили, это точно. Айс, отмычку. И не только. NSLB. NSLB. Но здесь мы тоже были. Power drained. Power drained. А где эту штуку отключить-то? Люди добрые. Где-то тут... Какой-то мы проход пропустили. Но, блин, здесь нету карты. Здесь этот дурацкий корабль показывается. И все. Ладно, давайте еще раз проверим этот путь. Иначе еще дальше назад придется нам возвращаться. Так, здесь вроде бы никого и ничего больше нету. Требуется доступ при Генбакер. NSLB. Где-то мы карточку, наверное, пропустили. Hi there. Please make your selection. Какой-то труп мы пробежали мимо. Ну, по крайней мере, его мы точно мимо пробежали. Блин, что делать-то? Люди, подскажите. Так, с нами еще дверь уже ругается. Так, ну здесь мы... А, все. Все, я понял, дорогие друзья. В принципе, догадался, куда нам надо. К тому полю. А чтобы до того поля нам добраться? Вот это место мы и пропустили. Ох, теперь бы не улететь вниз. Давай, аккуратно, мой друг. Не получилось. Немножечко не получилось. Так. А птичка наша. Отлично. И теперь обратно бы вернуться. Вот, карта Рикенбакер. Теперь мы можем пройти в ту дверь.
которая до этого нам была недоступна. Отлично, благо ловкость у нас прокачана, и бегаем мы быстро. Благодаря этому. И теперь, мой дорогой друг, да, не разбейся. Ненавижу лестницы. Ненавижу. Надо будет там сохраниться. Как только пропрыгаем отсюда, аккуратно сохранимся. Ну вот зачем такие препятствия делать в таких играх? Тут без этого тяжело. Как говорится, новичкам везет. В первый раз нормально пропрыгали, а теперь... Либо я спешить начинаю. Наверное, спешить. Так, не так клавиши. Сохраняемся. И возвращаемся. Сохраняемся еще раз. Чтоб нам опять по 100 раз не перепрыгивать с балки на балку. Все, теперь мы можем перейти на Рикенбакер. Так, здесь, кстати, прокачка оружия у нас есть где-нибудь? Попадался ли вообще? Я не помню, например. Do you think you can defeat us with your wild? We offered you the ecstasy of our union, and you chose the vacuum of technology. Vacuum of technology. Так, у нас где-то здесь была охранка. О, сейчас набегаемся. Сейчас набегаемся. Карты нету, замечательно. Да, помогай нам. Система безопасности отключена. Все, теперь мы спокойно можем перепрограммировать турель, которая до этого покушалась на нас. При этом эти турели будут защищать нас в случае нападения кого-либо, либо чего-либо, что захочет сожрать нас и укусить за мягкое место. Пока мы будем ползать. Взломано устройство I-832. I-832. Тут вообще ракетная турель. Взломано устройство R-001. Так, турелька и яйцо. Взломано устройство X-265. Так, а попрыгнуть мы никак не можем? Да замечательно, я попадаю в турель. Хотя мечусь совсем в иное место. Прости, турелька. Но ты мешала нам. Зато патронами разжились. Мы
мы не безнадежны. Взломано устройство Шодан, вот пошла бы сама разобралась. Что на нас надеешься? Так, все, теперь мы можем переходить в другую локацию, на следующий уровень Рикенбакера. А там тоже рекреационная камера будет, да? Мы также сможем не бояться этих монстров и гулять как дома по этому замечательному новейшему кораблю. Так, я надеюсь, мы идем в нужном направлении. Давайте подлечимся. Под 2. Идем по направлению к под 2. Где нас будет ждать счастье? И множество мы. Кораблик, не скрипи, пожалуйста, так. Разговорчивые червячки. Но нам это не помеха. Так. Трин-тын-тын, наверх. Еще наверх. Отлично, у нас до сих пор еще 400 секунд, 450 секунд охраны. Если какая-то турелька попадется, мы пока в безопасности. И на вооружении у нас, как всегда, разрывные патроны, которые против множества нам очень помогут. Да и всегда помогали. Надо же было почти в самом начале карты пропустить ключ. Теперь за этого бегаем. 136 модулей. Давайте пока тратить не будем. И Шода нас пропускает дальше. Ох, как меня эти голоса пугают. Так, поднимайся. А что это за звуки? Наверное, это работа данного генератора? Замечательно, там у нас турель. Придется на тебя тратить драгоценные патроны. Я думала, моим воплощением станет Полито, но Полито была слова. Именно я выбрала тебя. Именно я заставила слух робота придать себе форму в бессознательном состоянии. Затем я завершила.
Так, она создала Шоден, да? Замечательно. Модификационный софт до третьей версии обновился. Тоже хорошо. И вот почему умерла Полита. Потому что она оказалась недостойная Шода. Ох, был бы жив хакер. Да я ж тебя только что починил. Все, все киберги закончились. Да, это циркушка данного корабля. Честно, жутко место выглядит, так что валим отсюда. Мало ли какой робот опять выползет за спиной. Я даже... еле-еле успел среагировать на те звуки, которые вдруг за спиной появились. Но мы успели вовремя вернуться в туннель, и на тот момент, на мой взгляд, бот просто не успел закончить свою заскриптованную миссию. Из-за этого не заметил нас. Так, ну, броня из червей нам не нужна, она прибавляет пси-способности и всего лишь небольшую защиту. Ну, по 20 защиты она вроде бы дает. И от токсинов, и от радиации, и просто от урона, да. Мало, да, всего по чуть-чуть, но мало, мало защиты. Так, ты нам нафиг не нужна. Тебя мы зарядим. Силовая броня тоже постоянно подзарядки требует. В принципе, не нужно. Энергичеки мы лучше будем тратить на модификации. Так, а судя по звукам, здесь паучки у нас. Привет, друзья. Ну, в других местах вы не могли прятаться. А вы еще невидимые. Так, а где-то у нас еще паучки. Здравствуй, друг. Так, а где-то еще слышу паучков. Так. Ну... на вас я не буду модуль тратить. Мало ли что еще подальше нам попадется. Так, здесь ничего нету на втором этаже. Что же мне с вами, друзья, делать? Давайте вас осколочно побомбардируем. Так, у нас где-то еще один. Но он благополучно спрятался от нас. А вот это наш друг. Все, с тобой мы тоже разобрались. Карточка. Эти черви были раком в моем теле, поэтому медицинский робот вырезал их. Ты думаешь, они позволят тебе взорвать фон Браун? Многие никогда не допустят этого. Но у меня есть что-то, что может тебе помочь. В моей каюте ты найдешь доступа на моем теле.
Сражайся с ними, солдат, и запомни, ты можешь доверять только самому себе. Хорошо. Мы будем доверять только самим себе. Друг мой, почему ты не хочешь залезть на эту балку? Ты поражаешь меня. Передаю кибернетические модули. Спасибо. Откуда взялись? Вообще ничего не слышал, что она сказала. Множество выросло до огромных размеров, оно обернуло себя вокруг этих двух кораблей, не давая им разделиться. Его сознание было моей ошибкой, его уничтожение станет для меня наслаждением. Наблюдай за множеством, оно использовало плоть биомассы для своего роста. Ты трепещешь перед моим созданием, насекомых. Пришло время уничтожить мою ошибку. Под капитанским мостиком есть спасательная шлюпка. Воспользуйся ей, чтобы запустить себя во внутренности червя. Не-не-не, не хочу. Че, офигела? Слышу паучков, и кажись, они за этой дверью. Замечательно. Сказать, нас благополучно отвлекают. А, опять эти комары. Кыш. Надеюсь, они не умеют заворачивать за угол. Как? Через стекло? Но они все-таки померли. Это хорошо, разумные патроны, здесь ничего нету, камера и все. Так, а тебя мы возьмем. Радиация и токсины. Что же взять? Давайте радиация и токсины. Блин, я про тебя забыл, камера. Нам надо прочитать сообщение от Шода. Ты сомневаешься? Я не буду повторять дважды. Запусти себя множество. Вырежь ему сердце, и я награжу тебя бесконечным существованием. Подведешь меня, и я поставлю точку на твоей отвратительной неэффективной биологии. Она такая добрая и хорошая, Шодан. Так, а мы тебя взломать можем? Или ты все равно будешь нас атаковать? Так, давай-ка...
мы пробежимся. И сделаем вот так. Система безопасности отключена. Как? Мы же систему безопасности отключили. Ну что за подстава? Бежим. Система безопасности отключена. Так вот, теперь они нас не атакуют. Лучше пусть эти пушки служат нам. Взломано устройство R-198. Взломано устройство I-439. Взломано устройство M-191. Так, давайте прокачаем теперь тяжелое оружие. 6, оно у нас 6 требует, и у нас 45 модулей осталось. Я думаю, мы еще модули найдем. 45, 30. Давайте выносливость качнем. Теперь мы стали немного потолще. Так, здесь у нас ничего нету. Здесь тоже ничего нету. И чтобы окончательно прокачать основные навыки, нам еще нужно 100 модулей. Я надеюсь, все-таки мы их найдем. Так, успешно взломано. База данных репликатора обновлена. Так. 24 нанита, здесь пусто. Сколько у вас червячки вылазило-то? Так, и с помощью тех же червячков мы подлетелись. В контейнер ничего нету. А зачем нам это ружье нужно было? Здесь мы ничего не нашли. Здесь тоже ничего нету, подобрали только ружье. Не хочу я тебя исследовать. Или надо исследовать? Для прохождения. Ладно, пока не буду исследовать. Да. Весь корабль эту дрянь захватила. 24 нанита. У нас только путь вниз сюда остался. А почему мы с тобой ничего сделать не можем? А, это нам показывает, как эта дрянь обвила корабль. Вот желтая субстанция, которая тянется по всему кораблю. И мы теперь должны от нее как-то избавиться. Ух ты! Да, мы же тебя можем теперь использовать. Какая прелесть. Теперь большие дядьки нам не должны быть страшны. Так, а здесь нас поджидают друзья-паучки. Так, один паучок готов. И второй тоже. Кстати, а мы эту штуку-то прокачать можем? Я случайно использовал шприц. Четвертый навык модификации нужен. Ладно, пока не так нужно, как хотелось бы. Не нравится мне это. Очень не нравится. Кнопочка.
мы в эту дрянь полетели, да? Да? Ладно. Я думаю, прохождение мы продолжим в следующей серии. Сейчас... Страшновато пока ползать в этой дряни. Но... А если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Спасибо за просмотр.